Привет! Меня зовут Билецкий Алексей, я занимаюсь дизайном продуктов, проектирую сервисы и мобильные приложения. В дизайне я с 2006 года, за это время я получил опыт работы в студиях, продуктах, стартапах и на фрилансе. В серии видеороликов из трех частей я хотел бы рассказать вам о том, что такое дизайн-процесс, о том, какими основными навыками должен обладать дизайнер и о том, куда можно устроиться на работу. Итак. Для начала давайте разберемся, что такое дизайн. Создание дизайна – это не цель. Целью является решить задачу клиента. А решение задачи может достигаться несколькими способами. Например, это может быть создание интернет-магазина, мобильного приложения, посадочной страницы или плаката формата А2. Все зависит от цели. Для того, чтобы решение задачи было эффективным, нужно четко следовать дизайн-процессу. Первым этапом дизайн-процесса является первичное интервью с клиентом. На нем вы задаете представителю бизнеса вопросы о задаче, об ожидаемом результате, о способах достижения результата. Упаковываете это в удобный для восприятия формат для вас и для клиента. Берете тайм-аут в несколько дней, затем снова встречаетесь с представителем бизнеса и вносите все необходимые корректировки в получившийся документ. На основе собранной аналитики переходите к созданию прототипа. Прототип собирается из серых блоков, визуальное оформление на этом этапе не используется, и главная цель создания прототипа ⁇ это показать логику, показать основную структуру. После обсуждения с клиентом получившегося прототипа можно переходить к следующему этапу. Это создание визуальной концепции. На этом этапе ищите примеры похожих работ, анализируйте конкурентов, ищите идеи для будущего воплощения. И целью является создание мудборда. Мудборд содержит образы, цвета, типографику. Это те элементы, те артефакты, которые будут использованы для формирования будущего визуального решения. На основе модборда можно создавать финальную проработанную версию макета. На этом этапе дизайнер руководствуется базовыми правилами колористики, композиции, верстки, типографики. Получившийся результат упаковывается в презентацию и демонстрируется клиенту. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а вопросы можете задавать в комментариях. В следующем видео мы поговорим об основных навыках дизайнера.